Интернет-магазин iClone.ua представляет вашему вниманию краткий ознакомительный обзор, где я наглядно покажу смартфон, который очень многие ждали – Neo N003. Вот в таком коробище он приходит. Я уж поначалу не понял, может там три смартфона, уж больно огромезная упаковка. Открыв коробку, мы сразу видим презентик – пленка на экран. В дополнительном карманчике расположилась инструкция. Как обычно, она никому не нужна, поэтому переходим непосредственно к самому аппарату. Смартфон поражает своим весом. С виду ожидая, что он будет чуть тяжелее. Видим 5-дюймовый экран, сверху динамик, датчики приближения и света. Также видим глазок камеры. Снизу три кнопки в стандартной андроидовской раскладке. Меню «Домой-назад». Они, кстати, имеют очень качественную яркую подсветку. Обрамляет смартфон кайма. Уже на многих форумах обсуждалось, что она не металлическая, но с очень качественным напылением. Сверху видим два разъема для наушников и подзарядку. Слева расположилась клавиша регулировки громкости. Снизу пусто, разве что проглядывается разговорный микрофон. На правой стороне клавиша блокировки. Задняя крышка имеет покрытие Soft Touch. Скажу вам, очень приятное тактильное ощущение. Да и не выскользнет теперь. Глазок камеры обрамляет декоративная каемка. Снизу вспышка. Открываем смартфон. Дизайнеры обыграли название модели даже на аккумуляторе, и тройка превращается в начальную цифру ампиража. Да, аккумулятор имеет емкость 1000 мАч. Он достаточно толстенький и тяжеленький, более детальный тест постараюсь сделать в полном обзоре. Но скажу вам по своему опыту, с емкостью здесь не обманули. При закрытии крышки важно не пропустить защелки, и тогда вы поймете, что сборка очень качественная. Комплектация в нашем аппарате стандартная для Android устройства. Про пленку я вам уже говорил, есть еще наушники, зарядка, и кабель для подключения смартфона к компьютеру. Сейчас у меня в руках версия смартфона с 1 гигабайтом оперативной памяти и 4 внутренней. В самое ближайшее время в интернет-магазине появится премиум-версия с 2 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встроенной. Также приглашаю вас взглянуть на более подробный обзор нашего смартфона. Вы сможете это сделать, нажав на это окошко, когда оно станет активным. Если вы подписаны на наш канал, то вам придет сообщение на ваш аккаунт. Ссылка на переход также появится в описании к видео. С вами был Михаил Парадедов, с YouTube'имся!